Привет, друзья! Небольшая закусочная на углу Комсомольского проспекта и бульвара Пушкина. Вот в это место, где раньше собиралось очень большое количество моих знакомых. Они забегали сюда перекусить, выпить по чашке кофе, чая или чего-нибудь покрепче иногда и обсудить какие-то свои творческие планы. И что интересно, вот несмотря на войну, место до сих пор работает. Там до сих пор можно купить такие вот вкусные вещи, как янты, их можно выпить чай, кофе. И вот с одной стороны, вот здесь может создаться такая вот иллюзия, что все в порядке, что нигде не стреляют, что тут вот продолжается мирная жизнь, хотя вот знакомых лиц ты встречаешь все меньше, многие разъехались, как бы разнесло всех по городам и весям, но, в принципе, бульвар настолько же прекрасен. И вот здесь все равно вот царит такая вот атмосфера творчества, атмосфера определенная, вот которая настраивает на позитив. Хотя все больше людей в форме, все больше какой-то такой настороженности в воздухе витает, но все-таки война. Тут совсем недавно был один из обстрелов, и снаряды падали буквально в нескольких десятках метров от этого места. Но хочется верить, что когда-нибудь на этом бульваре будет мирно трава расти, мирно расти замечательные розы, которыми славится Донецк. И все мы вернемся в наш родной город и будем опять же здесь кушать свои хачапури, пить чай и радоваться встрече друг с другом.